громкие аплодисменты. Икона стиля Любовь Успенская. Первая можно еще сказать одно слово. Да. Дело в том, что сидит в этом зале Наташа Королева, моя любимая Наташенька. Я хочу воспользоваться моментом и поздравить ее с юбилеем. Наташенька недавно отпраздновала день рождения. К сожалению, я не смогла быть, потому что на гастролях. Наташенька, я тебя поздравляю. Счастья, здоровья. Будь такой же красивой и успешной, и такой зажигалкой. И роди нам еще ребеночка. Звук есть у меня, нет? Да, Дилечка, есть, мы тебя слышим. Кто знает Артема Зарыкина, тот понимает, что в определенный момент премии наступает такая история, когда Артем подходит, забирает конверт, забирает микрофон и уже сам продолжает вести эту церемонию. И сейчас он готов сделать то же самое. Неправда, на самом деле просто мне стыдно, потому что у моей очень близкой подруги был прекрасный юбилей. Я хочу, чтобы она вручила эту премию, а я, к сожалению, не смог доехать. И мне стыдно, и поэтому я этот прекрасный реверанс сделаю из своей истории. Если ты не против, моя девочка. Наталья Королева пускай вручит эту номинацию. Друзья мои, да, как-то, я не знаю, меня сегодня прям запоздравлялись. Ну, юбилей скромный, ягодный, 45, то есть ягодка опять. Давайте поаплодируем отдельно, конечно же. Спасибо. Артема люблю очень. У нас с ним связывает путешествие невероятное на Кубу. На Кубу. И вот этот у нас есть позывной «Куба Либре, пор фавор». Да, он нас соединил, сроднил и связал, как и музыка всех-всех нас присутствующих. Вручаю за актрису, да? Актриса. Я же говорю, мы как будто на кухне собрались у Артема. Все свои, все родные. У каждого есть своя история с ним. Мама, вообще я сегодня думала, что я просто гуляю и выгуливаю королеву мать. Вот, а тут, оказывается, мать мы с тобой вот будем объявлять. Вставай, держи микрофон. Давайте поаплодируем мама Наташи Королевой. Очень красивая, очень талантливая актриса. Мама, внимание, Наталья Рудова. Наталья Рудова! Аплодисменты, Наталья Рудова! Модность. Сильная, современная, дерзкая, красивая. Наталья, мы ждем вас на сцене. Пожалуйста, выходите. Вот так. Я нас вас люблю.